Представляю вашему вниманию замену батарейки в компьютере, точнее в материнской плате, находящейся в системном блоке. Для этого нам понадобится мультиметр и, соответственно, новая батарейка. С помощью мультиметра мы измерим напряжение как на старой батарейке и проверим напряжение на новой батарейке. Вот в этой материнской плате батарейка находится внизу, но преимущественно во всех материнских платах она находится в нижней части. Я ее вынимаю, так как я делаю все одной рукой, мне маленько неудобно. Но в конце концов я ее вынул. Ну а теперь проверим напряжение на старой батарейке с помощью мультиметра и убедимся в том, что время сбивалось именно из-за нее на компьютере. Я включаю мультиметр и с помощью шипов измеряю напряжение. Мы видим, что данная батарейка показывает не больше 2 вольт. Она уже пришла в негодность, то есть разрядилась, и поэтому ее следует заменить. Вот у меня новая батарейка, которую я и вставлю назад, где стояла старая. На этом у меня все. Спасибо за внимание.